все пространство у нас ушло здесь в какие-то обходные коридоры, и в центре у нас большой спуск, лестница вниз. Теснота – главная характеристика центрального холла краевого ЖД вокзала. Жалобы пассажиров озвучивает известный архитектор города Александр Деринг и добавляет: здесь элементарно темно. Интерьер должен быть светлый, современный достаточно. И вот обилие вот этого гранита, мрамора должно быть, наверное, здесь минимально, не так много, как здесь. Здесь его очень много, оно больше даже занимает визуальное место. Камень давно заменяют стеклом, торговые киоски убирают, вот и дополнительное пространство. Это общие тенденции общественных объектов. А еще доступная среда, не только пандусы, и удобства как для инвалидов, так и для здоровых людей. Пандусы, ну вот эскалаторы, да, подъемники, лифты, автоматические двери должны быть, чтобы люди с чемоданами беспрепятственно могли проходить. Можно бы вход и выход делать, как бы, отдельно. Тут, как я поняла, нет лифта, это неудобно. С сумками по лестницам туда-сюда. Мнение пассажиров должно быть учтут. Им виднее. В год вокзал обслуживает около 8 миллионов человек. Так, несколько лет назад общественность забраковала его реконструкцию в виде космодрома из-за необходимости сноса старого здания. В этот раз люди смогут корректировать вопросы изменений исключительно внутри объекта. А вот внешний облик вокзалов реконструкция не затронет, потому что старому зданию вокзала, которое сейчас не используется 103 года, это памятник архитектуры, и под его статусом весь железнодорожный комплекс, в том числе и новое здание вокзала, которое немногим моложе, ему 70 лет. Оба объекта останутся на месте неизменными. Оба вокзала соединят переходом, подземные пешеходные пути к платформам обещают продлить. Главные изменения произойдут на площади, ее озеленят, парковку перенесут и расширят. Чтобы привокзальная площадь, на самом деле, из такой большой парковки стихийной и, ну, сейчас более-менее уже у нас организованной, превратилась все-таки в место притяжения, желание у людей выйти, сфотографироваться, посмотреть, и первое представление о городе, чтобы было самое прекрасное. За разработку проекта отвечают в Западно-Сибирском отделении железных дорог. На это дано 2 года. Тогда и определят примерную стоимость перемен. Зеленую площадь и удобный вокзал барнаульцы должны увидеть через 5 лет. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости.